Почти 130 миллионов рублей недополучил бюджет городского округа. Арендаторы муниципальных земельных участков накапливают долги. Администрация вынуждена обращаться в суд и взыскивать деньги. Самый крупный должник перед городским бюджетом – одна из самых известных бумажных фабрик России – ООО «Восход». Оно задолжало 20 миллионов рублей. Но поскольку предприятие объявило себя банкротом, взыскать эту солидную сумму удастся только через суд. На сегодняшний день признаны банкротами еще 8 компаний. Администрация городского округа направила в суды исковые заявления о включении муниципалитета в реестр кредиторов. Среди злостных неплательщиков арендной платы за использование земельных участков как юридические, так и физические лица. Общая сумма долга солидная для бюджета – около 130 миллионов рублей. И направлена она могла быть на ремонт дорог, тротуаров или покупку квартир детям-сиротам. Со всеми неплательщиками ведется претензионная работа. Вот такие письма направляются им с указанием пятидневного срока для погашения задолженности. И часть неплательщиков реагирует на письма и деньги в бюджет перечисляют. А вот в отношении тех, кто игнорирует обращение властей, администрация обращается в арбитражный суд, который обязывает не только погасить задолженность, но и выплатить все пени и штрафы, предусмотренные договорами. Требования в основном судом все удовлетворяются, так как сумма долга подтверждается. После вступления в законную силу получаем исполнительные листы, направляем в Федеральную службу судебных приставов, изымаем земельные участки и предоставляются эти земельные участки предоставляются другим юридическим лицам по результатам аукциона. В том случае, где под земельными участками существует, стоит объект, вот, то происходит выдел земельного участка под объектом и начисляется арендная плата уже по фактическому пользованию. Сейчас в суде находится 15 исковых заявлений, в которых администрация просит признать несостоятельными должников, юридических лиц и физлиц, которые задолжали на общую сумму в 79 миллионов рублей. Хочу привести пример. ЗАО СПТП «Союз». Год назад мы обратились в суд с исковыми требованиями о признании должника несостоятельным банкротом. Сумма долга была порядка 15 миллионов рублей. Вот буквально на прошлой неделе полностью вся сумма была погашена. В этом году в Серпухове начала работать и специальная группа, которая на регулярной основе выезжает к арендаторам земельных участков. Для каждого должника готовится расчет имеющейся задолженности, к нему прикладывается бланк квитанции с указанием реквизитов для перечисления денежных средств. По результатам уже совершенных объездов в бюджет поступило почти 1,5 миллиона рублей.